Сегодня Международный день школьных библиотек. Эта дата была установлена в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО. С тех пор этот день отмечается ежегодно в четвертый понедельник октября. В республике работает более 600 школьных библиотек. Библиотекари-педагоги проводят открытые занятия и внедряют новые проекты. Национальная библиотека вот притворяет жизнь, только-только начинается, вот заработает скоро электронная библиотека школьникам. Это новый проект в Дальнем Востоке, единственный первый проект, да. И наши учащиеся 8 Б класса первыми были приглашены на круглый стол по обсуждению презентации этого проекта. В ходе обсуждения даже вот высказали свои мнения насчет того, что как улучшить еще вот первый лист этого каталога, этой библиотеки, озвучка и так далее. Они свои вот мнения сказали. И они стали первыми читателями этой электронной библиотеки.